Всем привет, ребят. Ну что там у нас сегодня? Архи вроде открылся. Сейчас посмотрим, что там у нас за архи. Так, стан цели, огромный урон, иммунитет к эффектам. Интересно, наносит большое количество урона противнику. Понятно, топор оглушает врагов, снимает с них положительные эффекты. Оглушение нет, нельзя. Кулдаун 5 секунд. Интересно. Так, что там у нас? Поехали. Берем тыковку. Так, овника. Райку придется по-любому брать. Так, ведьму, наверное. Сейчас надо подумать. Так, у него приспешников нету. Нету. Уже забыл даже, как этого архи бил. А, так. Хорошо. Можно попробовать с вольтом посмотреть, как оно зайдет. Он, в принципе, ослепление должен давать, но опять же мы топовый результат не выбьем с вольтом. А, так как тут стан, в принципе. Так, фрейм надо найти. Блин, все в разброс, так неудобно. Давайте так соберем сначала их. Так, сюда поставим. Так, тыковка собрана первая. Огник. Все, короче, кто где. Так, огник у нас второй. Ну, у меня тут с талантами я не заморачиваюсь. Так, огник собран. Два. Ищем фрейку. Так, фрейка у нас будет три. Дальше. Уник Фрея. Укротителя, наверное. Возьмем по-любому. Укротитель будет 4. Такс. Да я думаю, брать Лазурикса, наверное. Пробовать Лазуля будет 5. Так, Лазуря пятый. Попробовать ведьму, что ли. Сейчас на нее только эмблемку найдем. Чувство, когда, блин, столько времени сил убил на аккаунт, а тут, блин, нифига рун нету. Так, отлично. Так, ведьма, на нее поставим. Вот так. Так, вроде все. Панчбокса надо будет еще прокачать, в общем, жесть, короче. А, пробуем такой состав.
Сейчас посмотрим, что у нас получится. Если помучиться. Так. Тыква есть, это есть. Лазурю поставили. Надо попробовать будет загреть, чтобы загрелась на тыковку. Так, овник. Так, пропустили уже. Так, Фрей и Укротитель. Ищем Фрей и Укротителя. Так, Укротитель. Фрей где-то здесь сначала должна быть у нас. Отлично. Вот такой вот, ребят, состав. Поехали, попробуем. Так, пробуем загреть на тыковку. Всех остальных кидаем. Сейчас посмотрим, что у нас получится, если немножко помучиться. Ну, вроде разогнались. Точки 3 точно должны убить. Что-то как-то он слабенько идет. Кого еще сюда можно поставить, попробовать убрать. Попробовать убрать Фрейку. Поставить Химку. В принципе, тоже не вариант. Хотя можно и так попробовать. Варианты как бы есть. Надо просто героев с максимальными прокачками. А я это здесь не делаю. Так. Лазуля. Можно попробовать и Лазурю убрать, хотя он здесь хорошо будет у вас справляться, чтобы обездвиживать архи. Так, 2 набили уже. Ну, на 4 явно мы на топовый результат не затащим. Надо в таком случае на фена менять и на посмотреть, что там у меня стоит на этой. На Фрейки. Сейчас набьем, посмотрим. Ну, то есть, вот такая вот тема для того, чтобы попасть там, не знаю, в какой топ. Ну, то есть, вам, по сути, его надо обездвижить. У вас есть летяха для этого. Может, огника убрать стоит. Видите, чуть-чуть не хватает. Ну, не хватает, понятно, из-за чего. Из-за того, что тут нету топовых эмблемок, и надо приспешников посмотреть на всех героях. Но не хватает немножко урона. Сейчас попробуем Фрей убрать. Заморозить ледяхой. Ставить Химку. Так, 330. Вот такой вот результат. Смотрим, что там у нас в топе. Тут четверки. Четверки не дотягиваем. Так, окей. Можно попробовать также, в принципе, и Вольта с ослеплением. Что там у Вольта получается? По талантику. У него кулдаун 5 секунд. То есть можно попробовать Вольта в таком случае. Но мы сейчас уберем, попробуем Химку.
Ой, говорю, да, Химку поставим вместо Фрейки. Попробуем такой вариант. Чем там у меня Фрея была? А вот видите, с передачей, то есть это уже потеря. Можно наловника попробовать что-то выбить, если выпадет. О, отлично. Вот так вот делаем. Такс. Давайте еще разок пересмотрим состав. А потом уже после полуночи я попробую сделать немножко другой состав. Так, тыковка есть. Укротитель готов. Ян готов. А, так, ведьма тоже. Окей, поехали. Такой же заходик. Сейчас попробуем с Химкой, как зайдет. Главное, чтобы он не сорвался. Так, Химка, Химка, Химка. Вот такой вот вариант. Но у нас нету уже смотрителя, получается. Так, стартуем опять же. Стыковки, кидаем Феникса и всех остальных. Кидаем защиту, пока топор там может сработать, чтобы... Так, разгончик пошел, отлично. Так, ну сейчас явно вроде получше идут, 500-ки выскакивают, потому что у нас уже максималка по атаке, благодаря Химке. То есть мы убрали Фрейю. Сейчас посмотрим, как это повлияет на результат наш. Но вроде получше идет. А может и нет. Посмотрим. В любом случае результат должны улучшить, чем предыдущий. 31. Ну где-то плюс-минус до 4 сейчас набиваем. Так, что можно еще сделать? Попробовать. Попробовать убрать... Огника. Думаю, смысла нету. Огник нужен. Он хоть парализует его. В общем, сейчас посмотрим. Я подумаю, после полуночи еще разок тестик сделаю. Вам уже склею два видосика. Так, 50 секунд. Ну, должны 4 набить, по идее. Если все удачно будет, а может и нет. Видите, вот снял баф. То есть рандом. Очень большой рандом. Так, если убрать этого, не лазурю, огника убрать, попробовать. Да, не больше мы набьем, даже я бы не сказал, что больше. Попробовать убрать огника, поставить Фрейю. Как вариант. Да, не намного больше мы набили. То есть, по сути, что так, все зависит рандомно от снятия бафа. Даже меньше набили. Странно. Странно, странно, странно. Аж 25-й результат, ребят. Так, хорошо. Какие еще варианты у нас есть?
Попробуем вольта. Посмотрим, что вольт нам скажет. Думаю, вольт. Может, вольт просто будет ослепление накидывать. Попробуем убрать огника. Ну, это, конечно, не хороший вариант, но все-таки попробовать надо. Убрать огника. Попробовать с вольтом. Сыграю, что-то у меня на вольте. Так, тоже пиромах есть. В общем, вот так вот. Попробуем такой состав. Дальше. А вы пишите комменты, кого вы хотите увидеть еще. Ну, пока вот такой вот тест. Возможно, его надо будет просто полностью обездвижить, как остальных я бью, и попробовать набить топовый результат. Так, окей. С этим разобрались. Все, ждите следующий видосик.